многие женщины приходят на прием, им 35 лет, 2-3 образования, они хозяйки бизнесов, и чувствуется сразу по пульсу, у них такое жесткое, вот как именно энергия Марса, мужское начало, и они даже с доктором ведут себя, пытаются управлять ситуацией, хотя, ну, доктором сложно управлять, потому что, ну, доктор такой абстрактный человек, он просто смотрит здоровье, смотрит внутреннее состояние, управлять им не нужно. Но сильная женщина, она даже пытается на процесс приема вести, управлять этим процессом. И я всегда так мягко начинаю задавать вопрос, что вы понимаете, что вот у вас вот эта мужская энергия, которую вы в социуме, вы успешный человек. Но я могу сразу сказать, что у вас цикл месячный, он нарушен абсолютно точно. Смотрю по пульсу, там есть кисты, есть мастопатия. Как только женщина перестает быть женщиной, она впускает в себя большее количество, выработку большего количества тестостерона, мужских гормонов, она начинает вести как себя мужчина, и при этом она говорит, что я в политике, я в бизнесе, по-другому я с мужчинами не могу. Это абсолютно неправильно. Я считаю, что такие женщины, они себе вредят очень сильно, потому что даже если у них муж, дети, у них нет этой энергии, они теряют свое женское начало. Я могу сказать, что это абсолютно неправильно. Если они начнут работать на женской энергии, женский центр, могу сказать точно, вот по моим, сколько я уже прием веду, если не соврать, уже 42 года. Это постоянно работаю с людьми и смотрю пульс 42 года каждый день и очень-очень многим людям. Так вот, я могу сказать, что женский центр, он намного сильнее мужского. Другой вопрос, что он недоразвит, женщины над этим не работают. Если женщина уровень огня, праны, энергии в своем женском центре увеличит в 10-15 раз, вот какой мужчина может в бизнесе, в политике отказать вот этой сияющей, женственной, обаятельной, успешной женщине, которая не применяет свою силу, потому что сила всегда, она противодействует, ищет противодействие другой силе. Если мужская энергия идет у женщины, мужчина тоже включает мужскую, но если женщина включит свое обаяние, свою красоту, свою женственность, никогда мужчина не будет ломать вот эту энергию. Он уступит, и женщина станет более активной.